Так, снимаю последнее видео. Видите, в пачке уменьшилось на 2 брикета. Значит, уже все разгорелось очень хорошо. Прошло больше 40 минут. Я вышел пока в прямой эфир. Значит, пока ничего не выкладывал еще. Интернет не очень хороший здесь у меня. Значит, видите, наблюдаем. Значит, все разгорелось. Я добавил еще один пеникей дальний. Как видите, его не было. Что мы видим? Обрезки развалились. По чуть-чуть, хотя нет, первый он держит форму. Длинная первая палка пеникея прогорела, осела. Руф сверху открылся, но не до конца еще. Какая-то фракция держится. Пеникей на первом плане прогорает изнутри. Длинная трубка сзади, она, пламя ее обжигает, но еще держится форма. Еще все достаточно хорошо. Поэтому все доказал. Скептики, пишите, готов пообщаться. Все, для инстаграма видео первое сняла, для ютуба выложу все 4 друг за другом, посмотрю, может кому-то будет интересно, на моем сайте появится, возможно, вот это видео, может быть первое видео, посмотрю, может быть я по всем страницам расставлю эти видео, посмотрю как будет, все анализы, пишите, кто что верит, не верит, но видите, стекло открыто, значит сейчас энергия выделяется. Просто горение. Сейчас мы все будем заприкрывать. Я еще попробую поснимать в парной фотографии. Также для инстаграма выложу, как в темноте прокалилась печка самобанная. К сожалению, интернет не позволяет в этом помещении онлайн вести, чтобы все доказать всем. Видите, поддувало закрыто. А там начинается жар. Все жарит. Поэтому давайте еще раз откроем. Покажу, как делают с плохими брикетами, чтобы горели лучше. Если это делать и с этим брикетом, жалко. Будет прогорать. Жар идет только от тления. Жар, к сожалению, от огня не идет. Но кто-то этого не знает, кто-то не хотят в это верить. На онлайнере тоже часто слышу мнение о котлах, то, что это все ерунда. Ребята, купите пачку дома, попробуйте. И потом расскажете, что такое ерунда. Все, всем спасибо за эфир. Вот вам еще последние тут 30 секунд. Полноценное будет видео, поминутное. Давайте еще раз быстренько открою. Вот видите, вот как брикетик подгорает, прогорание идет на первом плане. 40 минут, пеникей. Видите, маленький кусочек с лица. До сих пор держится форма. Там то, что внутри уже обваливается, ребята, за это время в любые брикеты давно бы уже прогорели. Поэтому, кто бы что ни говорил, только твердые породы древесины. Все, спасибо.